Рахмат, уважаемая Сельса Юзбековна, я записалась на вопрос, не успела. Пользуясь возможностью, я хочу устные два запроса адресовать правительству и соответствующим государственным органам. Первое. Ко мне обратились граждане, общественный фонд «Наше право», которые получили ответы на свои запросы в части того, что бишкекская главархитектура не давала разрешительные документы на строительство дачи для экс-президента Атамбаева. Более того, госстрой не проводил определенную экспертизу. Я хотела бы на основе обращения граждан адресовать устные запросы. Прошу предоставить мне полную информацию, какой порядок оформления документов существует для стратегических объектов. Почему не была проведена соответствующая законодательству экспертиза ни бишкекглавархитектуры, ни госстроя по данному объекту? Это первое. И второе. Обратились граждане с тем, что информация в отношении назначения бывшего сотрудника Генеральной прокуратуры Дженниша Сиитова, который привлекался к уголовной ответственности за соучастие в вымогательстве взятки, стал следователем по особо важным делам ГКНБ. Мы говорим о реформе правоохранительных органов, об очищении рядов. Я прошу эту информацию проверить и в письменном виде мне дать ответ.